Слаймом я довольна и вам советую сделать такой же. Всем привет и добро пожаловать на канал Эллен Стар. Я вам очень рада, друзья. Сегодня я вам покажу самый простой рецепт слайма без тетрапарата. А те, кто еще не подписался, подпишитесь быстрее на канал. И если вы подпишетесь, вы очень сильно поможете. Я вам буду очень благодарна. Ведь наши подписчики самые лучшие. Этот классный слайм без тетрапарата может делать каждый, даже новичок. Рецепт отличный и простой, проверенный. Его я рекомендую тем, кто любит слаймы. Наливаю пол банки клея ПВА в емкость. У меня офис. Достаточно. Надо использовать шампунь. У меня Head & Body. Примерно 2 столовые ложки. Три столовые ложки пенки. Я вам признаюсь, я очень люблю розовые слаймы. Я пока добавлю капельку розового красителя, а потом, если надо будет, еще добавлю. Теперь тщательно перемешиваю. Красиво! Посмотрите, он уже загущается. Вау! А цвет какой нежный! Он уже отлипает от стенок. Ребята, это происходит потому, что пенка загущает. Смотрите. И цвет такой нежный. Но я думаю, добавлю еще цвета. Ребята, я еще добавлю пол капельки краски. У меня пищевой краситель, а вы можете добавить по своему вкусу цвет. Пенка наш слайм загустила, и он отлипает от стенок. И чтобы его загустить и взять его в руки, я использую щепоточку обычной пищевой соды. Перемешиваю с содой. Я беру его в руки. Получился супер классный слайм. Он тянется, хрустит и кликает, а также размазывается. Он тянется в пленочку. Этот самый простой рецепт слайма без тетрапарата может делать каждый, даже новичок. Вы уже знаете, я очень люблю украшать слаймы, поэтому я добавлю блесточек. Напишите в комментариях, вы любите украшать свои слаймы?
Слаймом я довольна и вам советую. Всех люблю и всем пока! До новых встреч!